Всем большой привет! Сегодня я хотел с вами поделиться мыслями после просмотра ролика, который мне буквально 2-3 дня назад сбросили. И первая мысль у меня была, ну, опять мне сбросили какую-нибудь чушь обо мне. Очередной какой-нибудь блогер-неудачник записал о том, какой я вор, какой я негодяй, ну и прочее. А нет, ошибся. После просмотра этого ролика у меня осталось такое двоякое впечатление. И, собственно, вот об этом я и хотел записать ролик. Итак, в Караганде полиция задержала так называемого блогера. Его зовут Евгений. Он водитель на «Газели». Это как раз тот самый водитель, который записал обо мне ряд мерзких, гнусных, абсолютно лживых роликов. При этом он не стеснялся, говорил вещи, о которых не имел никакого представления. Более того, сам по себе он человек безграмотный, неумный. И он оперировал так называемыми фактами, которые были озвучены как раз теми шестерками мусорскими, которых он почему-то называет их ручными блогерами. А это как раз это его же друзья. Вот эти всякие Шевченко, Бударов-Пидоров, Антуан, который там Павлов и еще там целая шайка, которые просто вот от фонаря взяли цифры. И ведь вот этот Евгений, он же в своих роликах описывал, как я украл несколько миллионов долларов. Ну, то есть вы подумайте. То есть человек, который никогда в жизни не видел, я так предполагаю, что там больше 15 тысяч долларов в своей жизни вообще в принципе. Но вот он рассуждает о суммах, о которых не имеет никакого представления. Более того, я этого человека никогда в жизни своей не знал. Мы никогда не встречались, мы никогда с ним не разговаривали. Но, тем не менее, он посмел, он взял на себя вот такую миссию какую-то рассказывать на своем помойном YouTube-канале о том, кто я такой, чем я занимался, какой я лжец. Это было связано и с автомобилями. Его, то ли жаба его душила, то ли он решил пальму первенства какую-то взять и себя почему-то возомнил вот каким-то блогером. Это вот одна сторона моих мыслей, которые я посмотрел. Просто вот это все в памяти всплыло. Особенно там, где он говорит «ручные блогеры» и называет там фамилию одного такого же мерзавца, как и он сам. Вот, что вот они на него теперь нападают со всех сторон, обливают грязью. А я вот задаю себе вопрос, вот, к сожалению, он сейчас не видит, вроде как его закрыли там на 10 суток. А сам-то ты кто? А сам-то ты что делал, Евгений? Это не ты ли поливал меня грязью? Это не ты ли записывал обо мне такие гадкие, мерзкие ролики? Понимаешь, я бы даже этот не... Я же говорю, я не записывал бы этот ролик, потому что мне опускаться до тебя, до твоего уровня, ну, ниже своего достоинства. Но я увидел другую в этом ролике картину, абсолютно, которая, в общем-то, так скажем, заставила активировать мою память и... В памяти моей всплыло тот беспредел мусорской, который в отношении этого Евгения
произошел, так же, как и в меня. 3 года назад ко мне вот так же мерзавцы, такой же толпой пришли. Ходили в обуви по квартире. Своими грязными лапами, вот эти подонки мусорские. Лапали все там. После чего я в этой квартире уже жить не хотел. Эти мрази у меня забрали абсолютно все. Вот при обыске всю видеоаппаратуру, всю там аудиоаппаратуру, ну все-все. То есть вот компьютеры, ноутбук там, ну и все, прочее-прочее. И когда я посмотрел, как эти педерасты, по-другому я не могу назвать, эти мусора, вламывались к этому Евгению в дом. Эти наглые морды, эти паскудные рожи, к которым у меня реально ненависть. Потому что это мрази, это конченые мрази. Конченые мусорские мрази. Других эпитетов у меня к мусорам карагандинским нет. И вот я посмотрел, как они вломились во двор, в частную собственность. Разломали ему эти ворота, которые ни копеечка стоят. И, наверное, Евгений этот сам заработал. Своими руками что-то там это все делал. И вот эти мрази залезли, не имея никаких оснований. Нет ни одного документа, ни постановления об обыске, ни постановления о выемке. Там, каких-то по предметам, ну, то есть ничего нету, просто нагло вот так вот, бесцеремонно, зная, что ничего им за это не будет, а потому что возглавляет полицию такой же педераст, как и они, потому что других там нет на сегодняшний день. Мусорское ОПГ в Карагандинской области, к сожалению. И вот именно этот факт и заставил меня, в общем-то, записывать этот ролик. И напомнить Евгению о том, что свой бумеранг ты запустил именно ровно тогда, когда про меня записал несколько гадких, мерзких роликов. С подачи вот этих вот самых шестерок мусорских, КНБшных. Именно так это все происходило. Ты уверенно записывал, ты обещал расследование, которое почему-то не вышло. Наверное, ты там также, наверное, какую-нибудь чушь вот эту собрал бы, понапридумывал, додумывал бы что-то и выкладывал бы в интернет. Но и без этого твоего расследования, которое ты анонсировал, достаточно было гадких роликов. Теперь ты на собственной шкуре почувствовал, что это такое, как, что значит оболгать человека. Что значит гадости всякие говорить о человеке. И видишь, твой бумеранг как быстро прилетел. Ты даже не заметил, как это все быстро произошло. И я, к сожалению... У меня нет никакого злорадства по отношению к этому Евгению. Как я уже говорил, что он человек неумный. Он откровенно глупый человек. Он пишет с ошибками, он говорит с ошибками. При этом я сразу же хочу своих хейтеров предупредить, что я не претендую на роль оратора. Я себя и не считаю блогером. И когда в этом ролике Евгений говорит о том, что он даже не понимает, что для него это только все началось. 10 суток – это только начало. Ладно, хорошо, если он еще обойдется вот этой малой кровью, а также у вас будет уголовное дело и посадят его 5 лет. И он, не понимая этих вещей, в этом ролике говорит: «Вы поставьте мне лайки». Я так и хочется мне закричать: ты дурак. Как, боже, какой же ты дурак, Жень. Евгений, какой же ты дурак. На кону стоит твоя свобода. И ты ради своего
помойного канала, говоришь, поставьте мне лайки. Это говорит просто о твоих умственных способностях. Еще раз говорю, что у меня нет умысла тебя оскорбить. Нет, я просто констатирую факт. Более, ты там о каких-то 2000 человек, которые там тебе поддержат, говорил. Никто тебя, Женя, Евгений, никто тебя не поддержит. Никто. То, что в интернете, забудь, это виртуальная жизнь. Тебя посадили на 10 суток, ты сейчас в больничке. Ты видишь какие-то демонстрации, какие-то пикеты, чтобы тебя освободили. Нет, их не будет. Тебе даже передатчики никто носить не будет. Понимаешь? Никто. Потому что ты спутал реальную жизнь с виртуальной. Тебе почему-то показалось, что тебя поддерживает весь мир. Но это не так. Еще раз говорю, что забвение придет очень быстро. И еще раз повторюсь, что моли Бога, чтобы это все обошлось 10 сутками. Поэтому скоро твой канал зачахнет. Тебя сейчас просто предупредили. Мусора тебя просто предупредили вот таким вот способом о том, что сиди и не вылазь. Ты на правозащитника не тянешь. Ты не готов пожертвовать своими принципами. У тебя семья, у тебя дом, у тебя там машина какая-никакая. Поэтому я больше чем уверен, что, выйдя, наступит забвение. Ты не будешь уже какие-то вещи записывать, но там, изобличающие власти, исполнительную власть, законодательную власть, даже судебную власть, потому что про судью ты тоже уже упомянул, что судья не такой. А что ты хотел в этом государстве? Что, за тебя весь Казахстан, что ли, подымется? Именно поэтому я говорю, что ты глуп. Потому что ты не извлек выводов из прошлых историй. Истории, которые произошли со мной. Истории, которые произошли тогда... Блогера звали Руслан Жанпиисов и многие другие. Руслана теперь практически нет в сети. Я в США. А ты куда денешься? Поэтому я буду заканчивать. Я вот обращаюсь к тебе. После того, как ты выйдешь, после того, как ты посмотришь этот ролик, я надеюсь, что у тебя найдется мужество, совесть проснется твоя. И ты запишешь ролик с извинениями в мой адрес. Удалишь всю гадость, которую ты обо мне написал. Все эти ролики мерзкие, гадкие, еще раз говорю, лживые от А до Я. И тогда, я думаю, что и жизнь твоя наладится. И бросай ты с этим блогерством. Не твое это. Не твое. Живи своей жизнью. Вот научился водить машину? Вот води машину. Не лезь туда. Рога поотшибают на раз. Еще раз говорю, ты не готов к жертвам. А публично просить прощения, это настолько унизительно, что даже и говорить, в общем-то, не приходится. Вот, пожалуй, и все. Через несколько дней я запишу ролик.
Мне кажется, вам тоже будет интересно. Так что следите за моим каналом, подписывайтесь, ставьте лайки. Мне можно это говорить. Я в безопасной, свободной стране. Пишите комментарии свои. С уважением к своим подписчикам, Руслан Лазута. Удачи, берегите себя.